Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 592. Численность населения города М на 20% превышает численность населения города М. На сколько процентов число жителей города меньше числа жителей города Н? Давайте запишем краткое условие. У нас есть город Н и город М. Численность населения в городе Н на 20% превышает, то есть больше, чем в городе М. И нам нужно выяснить, на сколько процентов численность в городе Н меньше, чем во втором городе. Давайте поступим следующим образом. Предположим, что в городе Н проживает 1000 человек. Узнаем, сколько проживает в городе М. Так как в городе Н на 20% больше, а мы знаем, что с той величиной, с которой сравнивает, ту величину, с которой сравнивает М, обозначает за 100%, то есть получаем 100% это число в городе М, то 120% это будет 1000 жителей, потому что в городе М на 20% больше. То есть нам нужно 100% узнать. Узнаем, сколько составляет 1%. Для этого 1000 нужно разделить на 120. Можно по одному нулю сократить и просто 100 разделить на 12. Берем по 8. 8 на 2, 16, 6, пишем 1 в уме, 8 на 1, 8, 1 в уме, 9, вычитаем, получаем 4, ставим запятую, и после числа 100 и в частном, и дописываем 0, его сносим. 40 теперь делим на 12 и берем по 3, получаем 36, вычитаем, получаем 4. Опять 0 дописываем, сносим, снова берем по 3. Так деление можно продолжать до бесконечности, поэтому округлим. То есть получаем примерно 8,3 человек. Это 1%. Вторым действием узнаем, 100% это сколько человек. Так как 1% 8,3, но нужно 8,3 умножить на 100, получаем 830 человек. Это 100% или число жителей города М. Ну, теперь нужно узнать, на сколько процентов в городе М меньше, чем в городе Н. Так как мы теперь уже другие величины сравниваем, то есть сравниваем те же самые, но так как мы сравниваем число жителей города М с числом жителей в городе Н, то за 100% уже нужно взять другую величину. И 100% теперь у нас будет число жителей в городе Н. Мы всегда берем за 100% ту величину, с которой сравниваем. Поэтому 100% это уже 1000 жителей. Третьим действием узнаем теперь, сколько приходится человек на 1%. Для этого 1000 нужно разделить на 100. Получаем 10. 10 человек – это 1%. Четвертым действием узнаем, 830 человек – это сколько процентов. Для этого нужно 830 разделить на количество человек, приходящихся на 1%, то есть на 10. Получаем 83. 83% это 830 человек. Или 83% у нас
в городе М проживает. И теперь узнаем разницу в процентах. В городе М это 100%, то есть в городе Н 100%, в городе М 83%. Разница составляет 17%, то есть на 17% число жителей города М меньше числа жителей города Н. И выполнили задание 592. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.